Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Буква И в имени говорит о неполноте и чуждости. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Дружелюбные, носители оригинальных идей, которые на первый взгляд могут показаться сумбурными, но часто они содержат ценное зерно истины. Буква С в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Они любят делать других людей счастливыми. Люди с буквой И часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Буква И в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Люди с таким именем руководствуются прежде всего всеобщим благом. Их мечты и планы касаются всего человечества. Всем, чем они обладают – временем, деньгами, знаниями – они готовы пожертвовать во имя построения лучшего мира. Буква Ф в этом имени наделяет людей дружелюбием и жизнестойкостью. Их энергетика настолько сильна, что если не направить ее в добрые русла, может проявить себя в виде нервозности и вспышках гнева. Эти люди всегда чувствуют себя свободно и раскованно. Их любовь к свободе, приключениям, эксцентричной жизни столь же огромна, как и благородство их души. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.